Доброго всем вечерочка. Смотрите, что у меня тут есть. У меня тут мои волшебные коробочки. И почему они здесь? Потому что в такой холодный зимний вечер хочется какого-то тепла. И помимо свечки, которая у нас здесь будет красиво гореть и сопровождать мой рассказ, я решила показать мои самые любимые украшения с Алиэкспресса, полученные в прошлом году. Теперь уже так можно сказать, в 2015. Ну, не за целый год, а всего лишь навсего, начиная с сентября месяца, когда я для себя открыла этот чудесный онлайн, так сказать, грандиознейший магазин, или как его там назвать, торговое такое поле совершенно сказочное. Итак, даже не знаю, с чего начать, потому что у меня целых 4 коробочки уже таких. Вот они тут лежат и ждут тоже своей очереди, чтобы вам все показать. Покажу самые удачные, на мой взгляд, мои самые любимые вещи. Хотя у меня множество таких вещей. Почти все, что я заказала, мне понравилось. Единственное, что не буду оставлять ссылочки, потому что о каждом из этих украшений вы уже найдете, если не поленитесь забрести там на плейлисты на моем канале. И там есть плейлист AliExpress, есть бижутерия, есть покупочки. Я дублировала в каждом из нем, то есть в каждом из них, то есть вы найдете там обязательно более подробное описание со всеми ссылками. Но я иногда умудряюсь заказывать какие-то вещи, которые в одном экземпляре, или которые потом странички исчезают. Так что, в общем, ну уж как есть, так есть. А сейчас просто хочу показать вот, на мой взгляд, наиболее удачные вещицы. Это будут в основном кулончики и кольца, потому что браслеты я редко ношу, а сережки у меня не проколоты уши, поэтому все, что я заказываю, это вот такие приятности. Очень нравится мне форма цветочка. Это как раз форма цветочка. Приятная такая. Сиреневый цвет. Думаю, что буду носить. И на некоторых я меняла цепочки, которые тоже получила, кстати, с Алиэкспресса. Вот, и посмотрим, как они будут носиться. Потому что не все цепочки меня устроили. А некоторые приходили кулоны без цепочек. Вот, например, как этот. Он был один из первых, пришел без цепочки. Ну, собственно говоря, мне было на что его посадить. Поэтому это меня нисколько не расстроило. Сам же кулончик очаровательный. Ой, не очень маленький. Все камушки так хорошо сделаны, вообще красиво. Если я о чем-то из этой коробочки не дорасскажу, то это лишь потому, что эти вещи, скорее всего, либо не с Алиэкспресса, либо они, ну, не настолько мне нравятся. Совершенно потрясающее волшебное сказочное кольцо. Я еще теперь жду такого же, но в цвете голубом. Потому что, ну, вот оно меня просто завораживает. Наверное, во мне сорочье начало, которому нравятся все всякие переливы. Ну, тем более такого изумрудного оттенка, именно который вот мой любимый изумрудный оттенок. Потому что зеленые тоже бывают цвета очень разные. Одним из первых получила вот такой кулончик в виде 4-листного клевера. Про него мои знакомые говорили, что у него быстро темнеет цепочка. Ну вот посмотрим, пока не носилась. Так как будет много чего другого, может быть, и не будет носиться. Подарится просто кому-то. Ну, хотя с цепочкой, которая может потемнеть, конечно, это не самый подарок приятный. Ну, посмотрим. Вот такой кулончик очень милый. И недорогой. Здесь нету ни одной вещи, которая стоит дороже, там, скажем, 9 евро. А многие и дешевле намного, потому что я как-то пытаюсь все-таки свой бюджет отслеживать. Не тратиться слишком уж. Вот такое красивое разноцветное. Под него есть много других изделий, с которыми его можно носить. Но оно у меня тут почему-то в этом ящичке. Надо, кстати, будет как-то более правильно распределить. А то на самом деле получается, что комплекты у меня по разным ящичкам. Вот это тоже в виде цветочка, чудесный совершенно. Нравятся мне такие вещицы. Это вот не самый крупный, не самый мелкий. Очень такая красивая работа, изящная. Безумно понравился вот этот. Он хотя очень маленький, но он настоящий вот этот опал.
какой-то там огненный, или как он называется. Видите, какие там всполохи красивые там внутри его. Потрясающее изделие. Хочу что-то вот еще из этого опала заказать. Мои любимцы тоже Мистик Топаза. Никогда не думала, что вот есть такие интересные изделия. Я уже не задаюсь вопросом, искусственно это какие-то выращены или нет. Они мне просто очень нравятся. Вот этими тоже своими игрой. Игрой вот этого света переливами. У меня есть два кулона и кольцо. Должно прийти еще одно кольцо. Они в жизни интереснее, чем я сейчас вам тут пытаюсь продемонстрировать. Если бы вы в жизни увидели бы вот эти изделия, вы бы поняли, насколько они прекрасны. Потому что так... Вот не получается показать всю эту игру света. Еще один маленький, но от этого не менее любимый кулончик. Ой, кстати, помню, что тоже заказывала. И это был мой первый и единственный заказ. Ни до меня, ни после меня никто не заказал его. А зря. Он такой очень тоже изящный, тоже в виде цветочка. Прелестный совершенно. Не знаю, когда я все это буду носить. Этого всего так много. Но, ну как, но у женщины не может быть много украшений по определению. Но то она и женщина. Следующая коробочка. И что же здесь есть интересного? Чудные коробочки, я так ими довольна, что вот я все вижу, что у меня есть. Все красиво разложено. Ну, просто чудненько. Здесь тоже есть Мистик Топаз. Немножко, может быть, другое. Вот такой вот. Тоже замечательный, в очень, правда, очень желтом металле или позолоте. Кстати, мне очень нравится розовое золото, потому что оно более похоже на наше такое, как было в Советском Союзе. Ну более оно такое спокойное, сдержанное. Вот кольца сейчас покажу. Вот это именно как бы золото, что у них считается желтым золотом. И вот, на мой взгляд, оно портит немного вот этот камушек. Если бы оно было в розовом золоте, оно было бы как-то поизящнее, поблагороднее. Ну, вот все равно она мне нравится, потому что камушек прелестный совершенно. И вот такое тоже где-то здесь и фиолетовые есть, и желтенькие. В общем, тоже такое милое колечко. Опять же, эти чудные кулончики в виде цветочков. Ну, люблю я их. Вот нравятся они мне. Так, надо, чтобы его правильно показать. Вот так, потому что у него снизу еще. Вот такие они чудесные, они настолько, мне кажется, нейтральные, настолько удобные и в повседневные носки, и на праздники, потому что вот это прелестный тоже. Мы когда его получили с подругой, немножко расстроились, что он такой маленький, но потом она начала его носить, она сказала, он вообще прекрасно и носится, и смотрится. Ну, как же я могла устоять и не взять что-то под изумруд. Но вот здесь немножко оттенок зеленого, не тот, который мне хотелось бы. Он такой более прохладный, не настолько теплый, более холодный. Но все равно очень красивенький. Такие брала маленькие совершенно. Эти маленькие, не знаю, как они будут крутиться, не будут кулончики. Такой формы не совсем плоской. Ну, приятненькие на лето, вообще чудные. Тем более, что с розовыми камушками у меня есть много колец. Вот взяла еще с красным. Это было что-то очень дешевенькое. Показать. Он такой красивый, очень красный цвет, такой гранатовый. Вот сейчас покажу сиреневый такой, тоже очень благородный, красивый, в виде капли. Форма капли мне тоже очень нравится. Форма капли, форма цветочка. Люблю эти. А в кольцах мне нравятся вот такие удлиненные. Мне кажется, что они очень красивые, очень благородные такие. Старинные, немножко винтажные. Вот такой один из самых дорогих кулонов. За счет, очевидно, огранки. За счет очень красивой тонкой позолоченной цепочки. Ну, посмотрим, как все это будет носиться. Потому что это надо еще переснимать видео через год. Вам показывать, как я это все носила. Три моих кулона с якобы настоящим жемчугом. Мы будем надеяться, что так оно и есть. Вот черненький жемчуг. И два с белым жемчугом. Очень красивые. Сейчас достану один, хотя бы покажу. Который мне больше понравился. Он в виде раковинки. Была какая-то гигантская скидка. Но, возможно, это немножко развод китайцев. Попытка как бы
придать какую-то ценность особенную, когда ты смотришь, что он стоил там, ну, чуть ли не 900 евро, а потом его продают там за 6, то, конечно, рука тянется купить. Но в данном случае вот мне очень понравилась вот эта форма, сделанная, что он как будто бы находится в такой раковинке. Поэтому там эти 6 евро или сколько он стоил, я решила, что это вот замечательная цена совершенно, и я его возьму. Про эту скидку я особенно не думала. Кстати, он, по-моему, и сейчас все еще с такой гигантской скидкой. Так, у меня кролики опять тут в комнату рвутся. Так, кажется, в этой коробочке... А, ну нет, я же не все вам показывала. Вот тоже, который мне очень-очень понравился. Это уже был мой первый и единственный заказ. Надеюсь, по моим стопам кто-то еще закажет этот кулон, потому что вот этот голубой чудный цвет, эта форма тоже мне очень понравились. Голубой мой любимый цвет. У меня больше всего будет, наверное, каких-то таких неброских кулонов. Обратила внимание, что почти нет вот красных или каких-то еще цветов. А очень много именно таких спокойных розовых, голубеньких. Так, следующая коробочка. Терпение. Здесь будет не так много. Здесь больше моих украшений, которые... как бы из других у меня тут источников. Так, сейчас посмотрю, здесь есть что-то с Алиэкспресса. А, так, ну, во-первых, вот это красивейшее, очень красивый серебряный цветок, такое колье цветочек, очень нежный. Лепестки у него не сплошные, в виде сеточки. Смотрится прелестно. Цепочка тоже хорошая, но якобы вообще чистое серебро. Ну, не знаю, посеребрённое или чистое серебро. И в этой коробочке у меня еще вот такой чудный красивейший браслет, вот тоже с разноцветными камушками, который мне прислала моя подруга, теперь уже, надеюсь, а не просто знакомая, из города Светлого, тоже блогер Вита Вика. Вот, и такое колечко. Чудесная совершенно. Она тоже освоила Алиэкспресс. Мы так вообще все тут потихоньку его осваиваем. И так довольны, потому что вещи там на самом деле такие, которые нигде не купить, скажем, в магазинах. И намного дешевле. И вот такая брошечка простенькая. Она вообще там какие-то сантимчики стоила. Так, ну вот в этой коробочке пока все. Мне их надо как-то еще довести до ума, все эти коробочки разобрать. Так, и посмотрим следующую. Видите, у меня уже 4 коробочки. И они меня просто спасают. Потому что очень удобные. Я все вижу, что там лежит. И могу всегда хорошо, быстренько подобрать какой-то себе комплект. Здесь будет много колечек очень красивых. И одно из них, которое, ну, наверное, точно будет любимым, вот это. Замечательный цвет вот этой розового золота, я так понимаю, и какие-то тоже такие спокойные камушки, очень красиво в виде цветочка, ну, прелестное кольцо совершенно, просто его обожаю уже заранее. Жалко, что нельзя все сразу носить, придется по одному колечку каждый день. Вот такое, которое мне мои подписчицы любимые подсказали, что это называется вот такая форма Анжелика или Маркиза, вот как бы кольцо. Сейчас оно уже редко бывает таких форм, но оно на самом деле очень красиво смотрится на пальце. Ну, вот это тоже, опять же, немножко такая слишком позолоченная позолота. Немного мне... ну, я не скажу, что оно меня отталкивает от этого кольца, вовсе нет, но хотелось бы, конечно, более спокойный тон золота. Ой, здесь так много всего, ну что же вам показать, что же вам показать? Ну, вот такие тоже брала, потому что люблю такие колечки. Просто, ну как их можно не любить? Они такие милые. Так, еще тут что-то зелененькое. У меня тут еще зелененькое. Вот такое вот. Просто за счет того, что большой, красивый зеленый камушек именно того самого изумрудного цвета. Прямо как у волшебника изумрудного города. Там у него были, насколько я помню, обман. Там у всех жителей были зеленые очки, а камни на везде были почти что белые. И вот они просто видели их зелеными. А на самом деле
Это был обман. Ну вот это не обман, это так и есть зеленая, как мы видим. Так, есть такое не совсем зеленое, но как бы общая гамма такая зеленоватая. Тоже очень миленькое кольцо. Ну, прямо вот настроение поднимается. Смотришь на всю эту красоту. И прямо настроение поднимается. Вот моя коробочка с кучей всякого безумно разноцветного, разных форм, размеров. Но общее их объединяет вот эти разноцветные кристаллики чудные. Совершенно здесь есть побольше размером, поменьше, подешевле, подороже колечки. Очень красивые. Боже мой, когда я все это буду носить? Заказала просто потому, что показалось таким интересным, таким забавным. Вот такое забавное колечко. С кристалликами, которые свободно закреплены, и они так все будут... Ну, роскошное, конечно, кольцо. Тоже разноцветное, но уже в серебре, как бы. Посеребренное. Тоже очень миленько. Вот такое у меня тут разноцветие, разнотравье. Так, чтобы не пропустить что-нибудь интересное. Ну, здесь есть розовенькие такие, тоже очень-очень милые. Колечко и кулончик. Но они очень маленькие, не знаю, как... Для меня такой крупной женщины, наверное, немножко слишком маловато. Не сопоставила, не соразмерила как-то, как это на фото, как это может быть в жизни. У них там тоже иногда они так снимают, что не всегда поймешь. Вот с этим тоже было небольшое разочарование, потому что на фотографии все камни, было много розовых камней, и они были на поверхности, а тут они как-то утоплены в эту сеточку, поэтому в основном видно сеточку. Но само по себе очень красивое все-таки кольцо, если не сравнивать с тем, что было там на фотографии. Вот такое розовое, очень нравится розовый цвет, он тоже такой вот позитивный-позитивный. Вот когда что-то розовое носишь, на самом деле, почему один из любимых все-таки цветов, он такой вот светлый, энергетически он светлый, радостный, поднимает настроение однозначно. Так, что у нас тут еще есть? Ну, даже такое, оно тоже у меня к розовым отнесено, хотя оно такое больше на какой-то лунный камень похоже, такое с переливом. Вот, вот такая красота. И, конечно, совершенно замечательные колечки, которые и кулончик брала в одном магазине. Не очень дешевые, но недорогие, может быть, где-то порядка 4 евро, 4-5. Сделано, может быть, вы не поймете, очень красиво. Тут сеточка, а под сеточкой много кристалликов. В общем, необычайно тоже красиво смотрится. Тоже как-то так приятно. Прямо хочется такие вещи носить. И вот такой же кулончик. А там были еще и сережки, и браслетик в таком же стиле. Ну, вот такая вот красота. Прямо подняла настроение себе. Надеюсь, как бы и у вас какой-то интерес к закупкам на Алиэкспрессе появится. Так что осваивайте, смотрите там по ссылочкам, где видео были. Может быть, что-то из этого вам захочется купить, потому что вещи прекрасные, уже опробованные, качественные, недорогие. Ну и такие для женщины. Это же, ну все, что женщине доктор прописал. Лучше это, чем какие-то другие лекарства. Всего хорошего вам. Пока-пока. Хорошего вечера.